Областное радио. Меня это бесконечно радует. Зрители помогают, актеры включаются, все бегут к нам на концерт. И что может быть лучше? Поэтому в этом году акция состоялась с таким же успехом. Мы собрали чуть меньше денег, но я считаю, что это не предел. Мы останавливаться конечно, не намерены. Конечно. 10 лет – это не точка, это только замечательный, хороший старт. С юбилеем поздравляем, спасибо, кстати. Спасибо, ребят. Искренне. Спасибо. 10-й раз уже. Это здорово. 109 517 рублей 3 скоб. Опа. Ура! Впрочем, да. Это отличная сумма. Собирали зрители, артисты. Кто участвовал конкретно? Кто в этом? Мы сделали заявку, мы прокричали об этом на весь Новосибирск, и пошли люди к нам в театр. У нас в фойе театра стояла копилка, и, соответственно, можно было посильный денежный взнос туда направить, либо на карточку с переводом, с пометкой «Будьте добры», что это все и делось. И помимо этого, наш замечательный дизайнер Краснофательский придумал чудесные открытки новогодние, и также можно было перевести определенную сумму посильный, соответственно, взнос. Вот. И любимый артист расписался на этой открыточке, отправил ее вам, в общем, также все получили свои подарки к Новому году. Даша, расскажи, это детище твое, как появилась вообще эта акция? Акция началась... Как ты сама к этому пришла? Да, но она началась, не, скажем так, не с очень позитивной ноты. Я была свидетелем не очень приятной ситуации в роддоме, когда родила своего сына, но... Расскажи, что за ситуация, чтобы мы понимали вот весь накал страстей. Да, накал страстей. Я была свидетелем отказа от ребенка. Ну, сами понимаете, к таким вещам невозможно быть готовым. И после тебе выхода... известна была причина? Или просто это было озвучено, что это произошло где-то в соседней палате? Ну, я подозреваю, что юный возраст и страх и так далее. Но я не хочу никоим образом это комментировать. Это личный предмет биографии той девушки. Я очень надеюсь, что у этого мальчика все хорошо сейчас в жизни. Вот. Ты увидела этот момент, услышала о нем отказа. Да, и что произошло в твоей душе в этот момент, когда ты и сама стала матерью только что? Ну, конечно, это особое состояние, любая девушка, любая мама меня поймет. Конечно, захотелось в этот момент забрать всех детей. Да? Сейчас я понимаю, что это такая утопическая идея. Но сделать все возможное, чтобы ребята знали, что в этом мире их ждали, что им рады, что все у них будет хорошо, что есть люди, которые готовы регулярно быть рядом с ними. Это очень важно, вопрос регулярности. В любом благотворительном деле, в деле волонтерства это важно. Вот. И, соответственно, родилась такая идея кому-то помогать. Я на тот момент не особо понимала, значит, точек приложения своей силы, поэтому начала обзванивать всех подряд. И буквально... Просто энергия пошла из тебя? Да, конечно. Пока не понимала, и первым, кому я позвонила, это был дом малютки номер один. Они сказали, да, нам нужна помощь. Я сказала, какая? Они сказали, любая, Снегурочка, Дед Мороз. Если вдруг, значит, вы соберете нам подгузники, мы будем счастливы. И так родилась наша акция «Будьте добры» на базе театра «Красный факел». Руководство поддержало, актеры поддержали. Ребята, ну и все, и мы рванули в бой. А чуть позднее возникла идея концерта благотворительного. Изначально в нем принимали участие актеры театра «Красный факел», а чуть позже вдруг мне стали поступать звонки, мол, почему мы из старого дома не в вашем концерте? И мы сильно обрадовались, соответственно, и ну, как всех звать? И народ, соответственно, пошел и делает это по сей день. Ну, так к вопросу о том, что все, чему надо произойти в нашей жизни, оно в любом случае произойдет. Безусловно. И какая бы даже, возможно, неприятная или тяжелая ситуация ни случилась, она ведет тебя именно туда, куда тебе надо прийти. И да, Даша, конечно, было очень тяжело столкнуться лоб в лоб вот с такой реальностью в роддоме, но в итоге вот посмотри, к чему это привело. Это пошла цепочка добра. Замечательная вещь. Даша, скажите, а как вообще изменилась акция за последние 10 лет? Возможно, вы увеличили, скажем так, степень влияния, возможно, вы привлекаете новых людей в нее. Я скажу так, что конкретно акция «Будьте добры» у нас максимально стабильна во всех смыслах этого слова. И, она выполняет несколько функций. Помимо помощи дому малютки, значит, вообще, в принципе, звучит эта тема и, скажем так, звучит при поддержке «Красного факела», что особенно важно, да? Конечно. То есть есть ряд людей, которым как минимум можно доверять или с кого спросить, в конце концов. Это важно. Вот. Конечно, конечно, это важно. Вот. И благодаря нашей акции, то есть, скажем так, звучат и известные определенные имена, которые можно апеллировать. Вот. И мы регулярно устраиваем сборы в помощь многодетным семьям, например, или особо нуждающимся. То есть вот на моей страничке «Театр Красный факел» это поддерживает. Периодически возникает какая-то полезная информация о помощи, да, о просьбе о помощи. И, соответственно, куда люди могут направить свои силы. Потому что есть готовые помогать. Но даже есть люди, которые хотят стать волонтерами, но не знают, как начать. И, соответственно, уже можно мне написать, и я расскажу. Ребята, у нас ведь есть потрясающие фонды, такие как «Солнечный город», как «Рука помощи». Есть школа волонтеров, что особенно важно, да, что с кондачка ты не будешь этим заниматься. Если ты тревожишься по какому-то поводу, ты можешь, я не знаю, перечислять деньги, ты можешь собирать игрушки, делать сборы. В конце концов, можешь приезжать к детям с программами, веселить их и так далее, устраивать дни именинника. То есть есть ряд моментов, где вам все расскажут, покажут, научат, в конце концов, и подготовят, что самое главное, чтобы всем было, ну, насколько это уместно говорить,
в этой ситуации уместно, чтобы всем было максимально комфортно. Это важно. Детям, прежде всего, которым приезжают волонтеры, и самим волонтерам, потому что мы тоже люди, мы тоже испытываем эмоции, да? Естественно. Вот, да. Поэтому это в обязательном порядке. Школа волонтеров, ура-ура. Вот я об этом хотела спросить, как справляешься, будучи человеком, понятно, эмоциональным, как перебарываешь? Вот это переработать же надо увиденное, когда сталкиваешься с какими-то историями. Частый вопрос, честно скажу, да, но это же беспокоит, может быть, всех людей, которые и побаиваются окунуться, это реальность. Здесь уже нет розовых очков, абсолютно. Да, здесь бывают очень жестокие истории жизненные, слишком тяжелые. Вот именно это порой людей останавливает от активного участия. Что ты могла бы им сказать? Как переработать потом это? Вы знаете, тут изначально надо понимать, что ты едешь не свои эмоции каким-то образом удовлетворять, наполняться сам, а ты едешь для дела. И как-то, знаете, все совсем иначе начинает работать. Ну, хирург же, он же не страдает по поводу того, что он видит, боже мой, я боюсь крови и так далее. Да, мы едем в определенном смысле на работу, в самом высоком смысле этого слова. А потом у меня были замечательные наставники. В свое время я познакомилась с чудесной девушкой по имени Олеся Волкова, которая является куратором нашей мини-группы. Она сотрудничает напрямую с Солнечным городом, но непосредственно является и, скажем так, вот в одного, как это называется, работает. И почему Олеся, ну, чтобы вы понимали, да, уровень влияния этого человека, Олеся сейчас на данный момент является мамой 6 детей. Один из которых ее ребенок, родной сыночек. Вот, и, соответственно, 5 приемных ребятишек. Вот Олеся их воспитывает, живет с ними. Но это не формулируется, да. Это просто. Олеся, чем помочь? Мы рядом. Вот. Это супер человек для меня, который действительно понимает, который понимает структуру, который знает все подводные течения, подводные камни. Он действительно абсолютно без розовых очков, устающий бесконечно, но абсолютно точно понимающая, почему она это делает и почему она будет это делать всегда. Вот что особенно важно. Вот мама 6 детей, у которой хватает энергии еще на решение вот этих вопросов. Мне кажется, это достижение в жизни. Прям галочку себе можно после этого поставить. А какие есть планы на будущее, возможно, как вы будете расширять сферу влияния? О, вы знаете, мы на самом деле открыты к сотрудничеству. То есть, если кто-то вдруг, опять же, скажет, а давайте мы с вами, мы скажем, конечно, безусловно. Вот, ну, акция «Будьте добры» продолжает свое действие, значит, и на будущий год, в преддверии Нового года мы также ее запустим. Вот. Ну и параллельно, видите, мы же не останавливаемся. Наша волонтерская бригада регулярно ездит в Колыванскую школу-интернат. У нас вояжи, свои ребятишки, которые там после распределения туда попали. Есть в Новосибирске зоны, скажем так, нашего воздействия. Но опять же, здесь невозможно охватить все. Это было бы неправильно. Да. В чем, как говорится, основная фишка, что ты выбираешь одно направление и по нему идешь, и туда воздействуешь. Наши дети выпускаются, они становятся взрослыми. Но это не значит, что мы теряем с ними нити, контакты и так далее. Мы поддерживаем их всячески. И, не знаю, наши молодые мамы, да, держат с нами связь, мы уже знаем их деток и так далее. То есть вот жизнь идет, все продолжается, да, и расширяется, соответственно. Это особая атмосфера в театре «Красный факел». С чем лично ты ее связываешь? Это грамотное руководство, я не знаю, правильно подобранный коллектив. Есть же секрет вот такой жизни внутри театра, вот такой энергии, таких добрых дел. Как вы там живете? Скажи правду. Ребята, мне кажется, у меня сумасшедший коллектив какой-то, совершенно определенным образом безбашенный. Если любить, то на полную. Если страдать, то на полную. Иногда бывает очень тяжело. Ну, понятно, естественно. Профессия такая, да, колотит, да, да, мама дорогая. Но надо отдать должное всем пунктам, которые вы назвали, да, начиная с руководителей и заканчивая людьми, которые, скажем так, напрямую на сцену не выходят непосредственно. Это наша цеха. Потому что со всех сторон есть сплошные плечи, сплошные руки, готовые тебя поймать, подхватить, облюбить, обнять. Ну, то есть вот сплошная доброта и теплота. Причем, ну, как в любой семье, да, бывают разные моменты, бывают сполохи негативных, ну, конечно, да, так сказать, волн, особенно течений. Особенно в творческой сфере. Конечно, конечно. В этом наша слабость, но в этом наша сила. Так и есть, да. Первое областное радио.